Торжественные мантии, улыбки и слезы. Сегодня выпускники Одесской национальной академии связи получили диплом магистра. Событие, конечно, радостное, но всем немного грустно расставаться со студенческой жизнью. Преподаватели признаются, очень гордятся своими подопечными и с полной уверенностью уже могут отпускать их во взрослую жизнь. Ну, ощущения у нас всегда радостные, когда мы выпускаем студентов, особенно когда выпускаем магистров, потому что это лучшие наши студенты. Вот, их у нас не такой большой выпуск, но это действительно те, которые остались лучшие. Мы дали им как бы путевку в жизнь. О том, что выпускники Одесской национальной академии связи профессионалы, говорит хотя бы тот факт, что большинство из них уже трудоустроены. Педагоги довольны своей работой. Мы рады, что наши выпускники уже, наверное, третий год, когда их просят, чтобы они пришли работать. Кабель «Воля» уговаривает, придите к нам. Кто-то уже на телеканалах устроился. Это нам, как преподавателям, это очень приятно, что мы их не учили не впустую, что они найдут где-то свое применение. Поэтому хочется очень пожелать им роста на работе, чтобы они не уходили из профессии и чтобы они были счастливы в жизни. Первые шаги к взрослой жизни сделаны. Вчерашние студенты говорят с улыбкой. Рады, что время, когда нужно было рано просыпаться на занятия, уже прошло. Но немного грустно покидать стены своей любимой академии. Дуже такий, з одного боку, піднесений настрій, що це так урочисто, це кінець якогось певного етапу в моєму житті. А з іншого боку, трішки сумно, тому що цей етап, він уходить і якось молодість потихеньку уходить, як це так говорити. Але я буду, це на цьому не закінчиться. Я буду далі навчатися в аспірантурі. Я дуже радий, що я поступив в Одеську академію зв'язку. Вона мені дала дуже великий досвід, которым я буду пользоваться в дальнейшей жизни. Я надеюсь, что в скором времени я смогу сюда вернуться. Правильный выбор профессии – залог хорошего будущего. Так что, если хотите получить достойную перспективную специальность, то отправляйтесь в мир телекоммуникаций и связи. Вам будут всегда рады.